Пойдем. Одесса, улица Дерибасовская. С левой стороны горсад. Вот, Сережа, смотри-ка, подскажешь, идем сюда, зайдем. Шиванки, давай зайдем. Зачем? Саша, вы такие. Да, я хотела на себя шиванку. Нет, на нет, такие большие. На вас? Угу. 500 гривен. Ух. Ну, любая вышиванка стоит так. 500 это вообще как бы даже средняя цена. Не шутишь. А это чьи мотивы? Чисто украинские? Да. Притом как бы дело в том, что Украина делится на 20 регионов по вышивке, поэтому футболка в украинском стиле, она стоит намного дешевле, 135 гривен, но тоже вышитая. А вот такая штучка? 35. Да, у меня все. Это вы на молодого человека? Нет, 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 это не наша. Я думала, не, не, он не там. Как ты думаешь, будет там один? Да? Тебе нравится? Ну, я думаю, что ему понравится. Единственное, что длина рукава. Это 1,82 метра рост. 1,82 метра? Да. Это большой рост. То, что у него не будет один. А не больше. Нет. Мама, нет. Идем домой.
Дай Бог мне счастье твоим детям, твоим Иисусом Христом. Почему мне ничего не осталось? Отчим, умоляю вас, пожалуйста. Да слава Божию, умоляю вас. Гамбринус, знаменитый бабка.